Когда я готовила этот доклад, я решила, что показать, что в нашем соль противопоставления воды и камня присутствует неизменный имплицитный элемент, подчиняющий себе оба члена этой бинарной оппозиции, я решила это сделать на примере творчества Самойлова по двум причинам. Во-первых, Самойлов поэт и не очень поэт, поскольку именно он автор книги о русской рифме. То есть, что я этим хочу сказать, что он сознательно оперирует и архетипами, и поэтическими приемами. И я хочу процитировать одну его строчку: «Я сделал вновь поэзию игрой», где слово «сделал», конечно, восходит к поискам десятых-двадцатых годов. Там, напомню, и как сделана шинель Гоголя, напомню, как сделаны, как делать стихи Маяковского. И в этом смысле слово «сделал» здесь на месте. Во-вторых, вторая причина, почему я это делаю на примере творчества Самойлова, потому что, с моей точки зрения, ни один русский поэт 20 века не высказался на нашу тему с таким вот точным попаданием в тему конференции. Да? В 1974 году Самойлов издал сборник «Волна и камень», название которого, как вы понимаете, представляет собой цитату из Пушкина. И эта оппозиция «Волна и камень», с моей точки зрения, еще более явственно, чем антитеза «Вода-камень», вводит вот такой дихотомический ряд, который начинается с противопоставления движения и неподвижности, смерти и возрождения и так далее и тому подобное. Именно эту бинарную модель Самойлов заявляет в заглавном стихотворении сборника «Волна и камень», стихотворение под названием «Возвращение от Анны», написанное в конце 70-го, в начале 71-го года. Оно длинное, но оно того стоит, чтобы его прочесть. «Возвращение от Анны, возвращение ко мне, от падения от камня, восхождение к волне. До свидания, память, до свидания, война, до свидания, камень, и да будет волна. Память смертным отрада, камень мертвым почет, облагая прохлада, пусть течет и течет. До свидания, слава, до свидания, беда, ведь с волной нет услада, и она навсегда. Память, память, ты камень, ты подставь валуну, все равно мы не канем, погрузившись в волну. До свидания, Державин и его времена, до свидания, камень, и да будет волна. Нет, отнюдь не забвенья, а прозрение вдаль, и другое волнение, и другая печаль, и другое сверканье, и сияние без дна, до свидания, камень, и да будет волна». Ну, как видим, камню, с которым поэт здесь прощается, принадлежат такие сопутствующие смыслы, как валун, как память, война, почет мертвым, слава, которая тоже связана с войной, беда, далекое прошлое, вот я имею в виду Державина. И ключевым словом, с моей точки зрения, вот сопутствующий именно камню, будет именно слово, здесь не названное, слово «прошлое». А если говорить об аллюзивных ассоциациях к волне, то это будет благая прохлада, она всемогущая, с волной нету слада, она вечная, она навсегда. Волна становится началом иного отсчета времени, это вполне соответствует тому, о чем мы говорили, вот вода как возрождение, да? Возвращение к жизни. Все другое в этой новой жизни, и прозрение вдаль, и другое волнение, и другая печаль, и другое сверкание, все другое. Во включенном в тот же сборник стихотворений «Лишь изредка родится в нас», которое было написано чуть раньше, предположительно в 69-м году, встречается точно такой же декларативный отказ от памяти, от памяти, причиняющей боль. «Лишь изредка родится в нас мотив помимо воли, как бы вскрывается запас в нас заточенной боли. И, вслушиваясь, узнаешь в нем все пережитое, какой-то толок и галдеж, и гул былых историй. Довольно, память, помолчи, пускай свечу задувши, я слюнку сладкую в ночи почую на подушке». Ну, здесь нет волны или воды, если не считать слюнки сладкой. Трудно говорить о ней как
о полноценной воде, и память напрямую связана с прошлым, как бы вот дополняя заглавное стихотворение. Связана с откровенно заявленной в этом стихотворении уже болью и бестолковщиной. Поэтому и отказ от памяти приводит к благостному сну. Хотя, ну, даже если этот отказ здесь временный, да, помолчи, то есть помолчи на время. Я выделила ассоциативные наименования и действия в связи с волной и камнем во всех остальных стихотворениях Самойлова, начиная, повторяюсь, со сборника «Волна и камень». И еще раз повторюсь, что именно в стихотворениях поэмы я оставила в стороне. Итак, «Волна». Аллюзивные ассоциации – это существительные, означающие воду, дождик, дождь, море, океан, залив, морской прибой, ключ, струя, река, реки, вода, лужа, светлая гладь, капли дождя, течение. Существительные, относящиеся к природе и связанные с волнами и шире с водой – гроза, шторм, буря, пенная кромка океана. Глаголы, связанные с жидкостью – кипели, переливались, плыли, текло и утекло. Антропоморфные глаголы – дождь лопочет и шаркает, память плачет, лужи всхлипывают, море сдерживает страсти, вода беспамятна и так далее. Ну, традиционно связанные с водой паруса, корабли, яхты, ладьи, сугубо авторские ассоциации, яхты и парусники видятся Самойлову как лира на поверхности воды, воде постоянно сопутствует свет, там, это примеры просто, и в творчестве волне и воде сопутствует поэзия. Камень. Аллюзивные ассоциации, их значительно меньше. Валун, тяжесть, здесь тоже вот идут примеры. Старость, предсмертное состояние. И в творчестве проза. Единственный случай, когда камень сохраняет какие-то другие свои свойства, традиционные, так сказать, значения, твердость и прочность, в единственном стихотворении, в которое он входит, не лирическое стихотворение, «Эстима», то есть это эстонское название Эстонии. Это единственное. В творчестве, повторюсь, камню соответствует проза. Камень, кроме уже... Нет, все. Таким образом, если учитывать все смыслы, начиная с тех, что заданы в сборнике «Волна и камень», то в стихах Самойлова, на первый взгляд, получается, ну, идеальная, достаточно традиционная картина противопоставленности воды и камня по целому ряду признаков, вполне обычных и традиционных для этой бинарной оппозиции. Но в действительности поэзия Самойлова словно бы подчиняется или откликается, по крайней мере, на выводы Юрия Михайловича Лотмана, связанные с так называемой тернарной оппозицией. В свете неизбежно возникающих в сознании антиномичных бинарных сопоставлений и противопоставлений, любое смысловое пространство, в том числе и художественное, оказывается внутренне поляризованным, а подчас и строго разграниченным. Подобное сосуществование неоднородных смысловых полей приводит к осознанию границы между ними как проблема. Проблема в данном случае, с моей точки зрения, состоит прежде всего в том, что при активном и вот таком отчасти даже декларативном, вот с восклицаниями, с пафосом, использовании укорененных в мировой культуре и отягощенных традиционными значениями образов камня и воды, или там волны, как у нас, поэт неминуемо сталкивается с воспроизведением одной и той же модели культуры, одних и тех же механизмов ее создания, что, разумеется, противоречит самой сущности поэзии как модели саморефлексии, как возможности сохраниться в ситуации, которая описана Пастернаком, пустой как цинк ведра, трюизм. Картина мира в поэзии Самойлова оказывается значительно более сложной, чем она заявлена в стихотворении «Возвращение от Анны». Это... Вот это, где там была жесткая система бинарных оппозиций, и даже в отдельности члены этой оппозиции порой еще у Самойлова продолжают образовывать какие-то ситуативные скрещения и соотношения камня с темой памяти, а воды с темой поэзии, как, например, в стихотворении 71-го года «Купальщица», где вступившая в волну купальщица вызывает ассоциацию с поэзией. Она почти как речь поэзии условна. Или там отяжелевший вечный смысл, противопоставленный мысли и слову. Однако в полной мере усложненность вот этой антитетичной картины мира проявилась у Самойлова после смены пространства, обитания. В 76-м году, как известно, его семья перебралась в небольшой эстонский город Пярну, где роль преобразователя в этой теме
и во многих других, сейчас я просто о них, естественно, не говорю, сыграл сам ландшафт. Самойлов его обозначил таким образом. Это бледное море, куда так влекло россиян. Я его принимаю. Вот это безоговорочное принятие этого самого моря, этого пространства, очень сильно сказалось на нашей теме. Возникло море, которого раньше у Самойлова не было, ну, по естественным причинам. Аллюзивные ассоциации моря – это текучий свет. Когда-нибудь и мы расскажем, как мы живем иным пейзажем, где море озаряет нас. Здесь тоже есть волна, и такая же волна, какая была в «Возвращении от Анны», где волна и волнение, Самойлов поигрывает вот этими двумя словами. Здесь появляется залив, и очень часто с заглавной буквы. И, как ни странно, в нескольких стихотворениях появляется океан. Причем это вот не какой-то там умозрительный океан или реальный океан. Это тот самый океан, который для Самойлова вдруг начинает представлять Балтийское море. Вот почему-то он его именует океан. Это совершенно другая вода, совершенно другое пространство. И сейчас я попытаюсь это показать. Прежние бинарные оппозиции вот здесь, в Пярну, или там здесь, вот, начиная с 76 года, переводятся в тернарные структуры сознания, прежде всего. Это залив. Волна и камень возникают как единое целое, и стал я тяжел, и здесь я залег, словно каменный мол, и слушаю голос залива в предчувствии дивного дива. Это приметы, которые вот происходит превращение. У нас уже не первый раз идет разговор о превращении, и в данном случае к Самойлову это в полной мере относится. Те приметы или те вот эти самые ассоциации, которые ранее относились только к волне, теперь внезапно обращаются на камень. Свет и ключ, ну да, в пещере эта смертная свеча отражалась еле-еле в клокотании ключа. Строка, которая раньше была принадлежностью поэзии, а поэзия озарялась морем, теперь вдруг переходит в ведение камня, и в камне обретает долговечность. Но, естественно, что эта долговечность – это не что иное, как долговечность смерти. Камень – это и есть принадлежность смерти, и у Самойлова это показано. Не случайно его стихотворение начинается, вот это вот стихотворение, «Можно из снега лепить, тесать и льда». Оно начинается так. «Прежде я мог тесать на холмах обильных, нынче я стал писать на камнях могильных». Однако теперь черты этого камня, вот гладкого камня, обтесанного, не сохранившего ничего, да, потому что камень – это память, и Самойлов от него отказался. Теперь вот эти самые черты обретает вода. Я цитирую. «А помнишь, ты была тогда без памятней воды, на светлой глади ни следа, ни складки, ни черты». И отсюда прямой путь в этом же стихотворении к исчезновению, к смерти. «Мы не останемся нигде и канем вглубь веков, как отражение на воде небес и облаков». Характерно, что не только вид воды, но и связанные с ней звуки меняются и обретают свойства камня. Там, где раньше у Самойлова в первых стихотворениях, вот я сейчас иду от 76 года вдаль, то есть наоборот, приближаясь к нам, там, где раньше в первых стихотворениях был море равномерный гул, там, где у него было шумит, шумит, шумит морской прибой, море вдруг смолкает. Главное, что в 500 шагах молча страсти сдерживает море. Это вот оно, это девятый, я его пропустил, и бог с ним. В отличие от стихотворения «Возвращение от Анны» и примыкающих к нему стихотворений, где камень связан с памятью, а следовательно, с прошлым, теперь камень и ассоциированные с ним понятия связываются с будущим, но через старость к смерти. То есть будущее – это вот в эту сторону, и это вот туда. Одним из наиболее частых маркеров здесь служит использование определения «тяжелый» по отношению к самому себе. «Тяжел уже стал, никуда не хочу», или там, может, и времени нужен затон, где корабли примерзают к причалу, этот корабль, естественно, сравнивается с ним самим. «Тяжело размыкание век, тяжело замерзание рек»,
То же самое, вот он и вода, а он как вот тяжелый камень. Память теперь как вода, вдруг вода возникает, как память сияет вдалеке свежий след того июня, как в предутренней реке острый отсвет новолуния. И вот этот смысл, смена семантического ореола воды от сияющей легкой и инспирирующей слова и строку, она становится все более тяжелой, темной, опасной. Все всхлипывания луж и шарканье дождя, во-первых, вот это вот совершенно пессимистическое такое изображение воды. И вот «ударь меня, ударь, чтоб пал близ пенной кромки океана». Может быть, один из самых ярких примеров здесь связан с полной, если можно так выразиться, сменой вех, которая происходит в стихотворении «Весомая осень». На первый взгляд она не имеет ничего такого особо общего с темой «Камень-вода», но она как раз сейчас докажет нам, что меняется все. Прежде у Самойлова осень была пушкинским временем года, легким, с дыханием полной грудью, оперенным. Приведу пример, то осень птицы легче опустится на плечи. Или там уже дозрела осень до синего налива, дым, облако и птицы летят неторопливо. В осени возникал сам Пушкин на мгновение, и у него были воздушные сны. «Счастье и свобода» в стихотворении «Болдинская осень». А теперь вдруг осень меняет свою природу. Она становится тяжеловесной, она становится гнетущей и в рамках нашей темы каменной. Она появляется словно в потустороннем варианте действительности, где все признаки предметов и явлений не просто отличаются от прежних, но вывернуты наизнанку и осенены воздействием времени. Вот это стихотворение, 86-й год. «Облаков поросский камень придавил собою даль, а внизу под облаками море медленная сталь». И здесь, как вы видите, пропуск. «И после дождя ночного желобов железный хор, капли падают свинцово, словно литеры в набор. Осень, как металл, весома, и как камень тяжела, только времени солома так легко горит дотла». Вот, как видите, здесь мы напрямую выходим на нашу с вами тему. Самойлов вначале очень, с моей точки зрения, очень тщательно избегает знакового слова «тяжелый». Хотя в первом варианте названием стихотворения должна была стать именно «Тяжкая осень». Но, как видите, он вместо этого названия использует двусмысленное слово «весомое», что, как понятно, может означать не только вес, но и значимость, а может быть и прежде всего значимость. Но дальше строки складываются в такие вот оксюморонные конструкции. Камень облаков, и причем не просто тяжесть, но камень придавливает даль, которая, если так вспомнить, то она была принадлежностью волны. Раньше это даль. Медленная сталь моря, которая только недавно еще было шумным и гулким, а теперь вот опять-таки медленная и практически стоячая. Свинцовые капли в железных желобах, как скованная волна. И, наконец, сама осень тяжелая, и тяжесть ее теперь уже определяется в самом конце стихотворения через камень, тяжелая, как и сам поэт. Перехожу к заключению. В представленных вот этих многочисленных модификациях и трансформациях традиционно двухполюсный мир, волна, камень, пройдя через ряд, я бы сказала, трансмутаций, вот употребила бы это слово, в том числе через превращение друг в друга посредством обмена основными признаками, заменяется в поэзии Самойлова на иную картину мира, где эти два полюса сливаются в единой структуре, а человек, в данном случае сам поэт, становится одним из ее составляющих, составляющих этой структуры. Именно его присутствие, человека или конкретно поэта, снимает бинарную оппозицию вообще и демонстрирует тем самым единство и неделимость мира. Все, спасибо за внимание.